Приветствую, народы земли. Хорошо быть с вами. В эти дни празднеств вместе. Это дни славы Божией, когда нас сияет. Это золотая слава прекрасная. Я хочу прочитать, как Господь, Он жаждет, чтобы Его невеста собралась вместе. Из твоего внутреннего существа потечет вот это рождается там. Сыны и дочери Божии взращиваются чистыми сердцем. Почему единство так важно? Потому что оно может произойти, когда мы собираемся вокруг стола Господа. Это стол, где вино и хлеб ждут нас, чтобы мы вкусили его. Господь говорит в Иезекииле, ему, Иезекиилю, съешь этот свиток. И Иоанну в книге Откровений, глава 10, съешь книжку, что ты съешь, будет в устах твоих сладко, а во чреве горько. Но ты пойдешь к народам и будешь говорить народам всем земли. И то, что ты говоришь, будет то, от чего ты вкусил. Господь говорит в 3 главе Откровений. «Се, стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, отворит. Я войду и буду вечерить с ним, и он со мною. В это время праздников давайте вместе пировать с Господом за его столом».